Здравствуйте, друзья! Вы на моем рукодельном канале. Меня зовут Зульфия. Сегодня я продолжаю шить комплект, который хочу подарить. Сегодня будет мат под горячее. На этот мат можно будет поставить сковородку, кастрюльку. Это будет очень симпатично. Не прямо с плиты, но горячее это выдержит. Напомню, что у меня есть вот такие заготовки, которые я использую уже в течение полугода. Их у меня еще предостаточно, поэтому наберитесь терпения, пока я их все не сошью. Вот такая вот заготовка, это блок. Далее есть у меня кусок ватина и есть это оборотная сторона будет моего мата, вот такой вот кусочек. Также я подкроила обтачку и есть у меня петелька с декоративной пуговичкой. Начнем. Здесь, к сожалению, у меня нет подставки, чтобы держать телефон, поэтому я буду показывать просто начальные и конечные результаты. Но вначале я хотела бы вам сказать огромное спасибо. Я благодарю вас за то, что вы пишете мне приятные комментарии, за то, что вы пишете мне теплые комментарии. Это очень для меня важно. Я очень люблю и уважаю вас, мои зрители, поэтому для меня это очень ценно. Спасибо вам. Я сложила все детали. И теперь простегиваю. Простегиваю я вот таким образом, крест-накрест, только лишь для того, чтобы слои не отходили друг от друга, просто чтобы не пузырилось. Пристежки я стараюсь, чтобы на лицевой ткани у меня стежки не были видны. Посмотрите, пожалуйста, я как и с рукавичками наживила сразу петельку. Вот так вот она будет в готовом виде. А сейчас я ее просто вот одной строчкой маленькой наживила. Следующий этап – это притачивание веки. Как видите, я уже ее притачала по кругу. Обработка вот этих углов у меня уже есть на предыдущих видео. Сегодня я повторяться не буду, потому что у меня нет стойки для телефона, и одной рукой я не смогу это показать. Поэтому, если вдруг у вас будут вопросы по обработке углов, вы можете посмотреть мои предыдущие видео. Почему я так подробно сейчас рассказываю обработку изделий? Потому что мне пишут комментарии, что не все знают, как шить, не все умеют. И что я показываю видео для начинающих совершенно непонятное. Поэтому, да, я хочу извиниться, и те, которые умеют шить, не обижайтесь, пожалуйста. Теперь я отгибаю обтачку, бейку отгибаю на изнаночную сторону, закалю ее булавками и пришью вручную. Я приколола обтачку. Сейчас, одну секунду, не очень видно. Я приколола обтачку таким образом, как мне надо. Вот такой вот уголочек получается. Так, о, очень даже симпатичный. И вот посмотрите, пожалуйста. Видите, я уже пришиваю край обтачки руками. Здесь немножко темновато, поэтому экран не может сразу быстро настроиться. Вот таким образом я приколола и теперь пришиваю. Как пришивать обтачку, тоже в моих видео есть. Я пришиваю, буквально захватываю пару волокон и сами стежки незаметны. Сделать можно это и на машинке, но, уверяю вас, вручную это выглядит более симпатично. Все, друзья, вот эта красота готова. Посмотрите, пожалуйста, это очень-очень красиво
Чудесно. По приезду в Москву я покажу вам полный комплект. На этом все, моя хорошая. До следующего видео. Пока-пока.